С вами Анастасия Ли, я мастер Шаронской розы, и сегодня я расскажу вам 5 шагов к успеху вместе с Атоми. Первое и самое важное – это ассортимент. Друзья, если вы не знаете, что вы можете порекомендовать своему близкому человеку, как вы можете работать в Атоми? Мне кажется, это невозможно. Первое – изучаем ассортимент. Второе, конечно же, это маркетинг-план. Мы должны знать, что надо делать, чтобы получались деньги. Иначе это работа ради работы. Я против работы ради работы. Мы делаем любое действие в нашей жизни ради либо удовольствия, либо нашей какой-то цели, достатка, да? То есть маркетинг-план нам всегда показывает, какие движения делать, чтобы был приход денег в вашу жизнь, друзья. Третье. Мы с вами должны найти хотя бы 4 бизнес-партнера. 2 с одной ветки и 2 с другой ветки. Помним, у нас бинарная структура. Почему 4? Потому что для того, чтобы повышать свою квалификацию, вам необходимо иметь хотя бы 2 лидера с одной стороны и 2 лидера с другой стороны. Нашли 4 партнера. Это третий шаг. Четвертый шаг. Обучи этих 4 партнеров. Мы обязательно своим примером должны показывать, что человек, какие шаги он должен предпринимать, чтобы дойти вместе с нами к успеху. Так вот, 4-й шаг – обучи своих 4 лидеров. 5-й шаг – помоги построить им структуру. Ведь на самом деле структура твоего партнера – это твоя структура. Его успех – это твой успех. И поэтому ты можешь с легкостью помочь ему построить свою структуру до определенного уровня. Ведь когда человек только на начале пути, ему очень сложно идти, даже если ты рядом. Но ты должен быть не просто рядом с советом, ты должен первые шаги пройти вместе с ним. Что мы делаем? Когда появляется первый бизнес-партнер, мы говорим ему, когда он еще не уверен в себе, давай, друг, назначь 2 встречи, и мы пойдем с тобой вместе на них. И мы вместе с тобой сделаем тебе 4 бизнес-партнера. И вы должны пойти вместе, и вы должны работать слаженно и показать пример вашему новому бизнес-партнеру. Давайте повторим. 5 шагов к успеху. Первое. Изучаем ассортимент. Второе. Изучаем маркетинг. Третье. Находим 4 бизнес-партнеров. Четвертое. Обучаем этих 4 бизнес-партнеров. И 5-е. Строим структуру своему бизнес-партнеру. Помогаем своему бизнес-партнеру построить также структуру хотя бы из 4 бизнес-партнеров. Друзья, если вы будете следовать этим шагам, то вы однозначно придете к самому верхнему уровню квалификации в Атоми. Это Imperial Master. Всем удачи!